Фонд содействия инновациям объявил об открытии конкурсного отбора по программе «Умник Московской области». Для участия необходимо представить исследовательские проекты в наиболее востребованных направлениях. Победители отбора получат грант в размере 500 тысяч рублей, который можно будет направить на проведение научно-исследовательских работ. Участвовать в конкурсе могут жители Московской области от 18 до 30 лет включительно.